Ну что, киберспортсмены, знакомьтесь. Советский премиум-танк 6-го ранга Т-72 АВ Турмс с боевым рейтингом 10.0. Этот танк подкупает тебя красивым видом, но который не прощает ошибок и имеет серьезное количество недостатков. К примеру, броня у танка супер рандомная, и я бы на нее сильно не рассчитывал. Также медленные наведения, плохие УВНы и посредственная живучесть. А самый большой минус – это его подвижность. Легендарный задний ход в 4 км в час. Но главный его аргумент в споре – это система управления огнем, а точнее тепловизор высокого качества, лазерный дальномер и точное гладкоствольное орудие с отличной баллистикой и наличием автомата заряжания в 7,1 секунды, а лом способен пробить 457 мм брони. В целом танк Т-72 лучше себя показывает, играя от второй линии, и способен с легкостью вам прокачать всю советскую ветку танков. Понравилось видео, ставь палец вверх и до новых встреч!